Пациенты эндокринологического отделения Балаковской городской клинической больницы осматривают отремонтированные помещения и не верят, что в скором времени профилактическое лечение будут проходить в таких комфортных условиях. Все создали для людей. Помощь эндокринологическим больным оказывают только в Саратове, Энгельсе и Балакове, поэтому нагрузка на каждое медучреждение велика. К примеру, в наше отделение направляют пациентов с сахарным диабетом из нескольких ближайших районов, и это не считая Балаковского. Пациентов с сахарным диабетом очень много. Только у нас в городе на амбулаторном наблюдении находится порядка 10 тысяч. Ремонт в эндокринологическом отделении стартовал 2 месяца назад. Пациентов на это время переселили на другие этажи терапевтического корпуса. Пришлось потесниться, но все понимали, что ради будущего комфорта надо немного потерпеть неудобства. Подрядчик старался провести работы в ускоренном темпе. Рабочие трудились одновременно в палатах, в коридоре, приводили в порядок столовую, сестринскую, процедурные кабинеты. Внимание требовали все помещения отделения, ведь ремонта здесь не было с самого открытия. На протяжении уже 26 лет, к сожалению, возможности провести ремонт не было. И вот благодаря благотворительной помощи, поддержке компании «Фосагро» выделили средства в прошлом году, около 13 миллионов, для того, чтобы мы провели хороший текущий ремонт. Для компании «Фосагро» медицина – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности. На протяжении многих лет химики оказывают поддержку медицинским учреждениям Балаковского района. Первая наша помощь была – это приобретение квартир 10, чтобы привлечь именно молодых специалистов для того, чтобы поднять медицину. Это был первый шаг. Испытания прошли, когда была пандемия, когда оказывали помощь и СИЗАМИ, и лаборатория, ПЦР-лаборатория. И кислородную совместно делали с другими предприятиями. Это вклад был общий. Приобретение анализаторов, гематологических, биохимических. Такая помощь – это забота не только о пациентах, но и о врачах, среднем и младшем медицинском персонале. Современное оборудование позволяет быстрее проводить исследования, освобождая время медиков для выполнения других обязанностей. А создание комфортных условий в отделениях, где медсестры и доктора трудятся круглыми сутками, повышает настроение. Поэтому на приемке эндокринологического отделения после ремонта присутствуют и представители Балаковского филиала АО «Апатит». Они для больницы стали настоящими друзьями, с которыми хочется разделить радость. Ваша помощь бесценна, я думаю, что она пойдет на благо всем нашим пациентам, чтобы они быстрее выздоравливали, а медицинские работники будут стараться еще лучше. Спасибо вам огромное, очень-очень спасибо, Наталья. Спасибо, но вместе, наверное, сделаем мы больше, и то взаимодействие, которое есть, оно дорого стоит. Обновленное эндокринологическое отделение вскоре начнет принимать пациентов. Уже сейчас закуплена вся необходимая мебель, и в ближайшее время ее расставят по палатам. Медики говорят, что через 1,5-2 недели они будут лечить больных уже в комфортных условиях.